проводник жизни. Например, взять этого нефтянки, 15 дней он проводит на нефтянке, 15 дней он проводит дома. И мы хотели такой сделать проект в формате ЕКОМР, две жизни, когда взяли бы суперинтересных героев. И вот мы нашли парня, который работает обычным электриком на физическом месторождении. 15 дней он работает с электрикой, остальные 15 дней он проводит у себя в родном Актюбе, играя в поп-бар. Он проживает совершенно две разные жизни, и одна жизнь помогает другой строить его личность. И вот через этот фильм мы показали, что рассказывает этот фильм. Он рассказывает о том, насколько многогранны наши возможности, да, насколько в человеке много талантов и так далее. Опять же, у меня очень юная аудитория, сложно рассказывать такие вещи, но как мы готовимся к проекту? Предположим, мы верили в шанс на то, как фильм про Трансформатор Лондона был моим системой, и мы тоже снимали этот фильм на проекте «Лондон». Все, что мы сделали, потратили половину бюджета нашего фильма на то, чтобы сделать исследование самостоятельно вместе с нашей командой. Мы собрали отдельный зал людей, наняли отдельные команды и в течение определенного времени проводили какие-то опросы. И поняли, почему люди боятся трансплантации в Казахстане, почему люди не знают о том, что есть такая проблема, какие барьеры. Вот чаще всего, когда мы делаем какие-то документальные фильмы, 50% наверное, времени занимает то, что мы просто подготовились к этой истории. И съемки начинают просто идти потом очень быстро. Сценарий и структура. Когда... Иногда сценарий на самом деле не нужен. Да? То есть у нас вот с этой девушкой Асун, которую в фильме «Аул» мы снимали, там была простая история. У нее уже есть какой-то жизненный опыт, который она нам сама хотела рассказать. Она сама рассказала по истории. Нам не нужно было выдумать этот сценарий, нам нужно было выдумать этот сценарий. И мы, во время съемок, мы поняли, что мы не берем просто не сами не будем. Наша тема, вся наша работа будет с тем, что мы можем начать сценарий нашего предприятия. Но это не такого значения. Мы, если начинаем сценарий, как это будет, потому что мы понимаем, что если мы начинаем сценарий, то мы наполним, и мы будем сценарий, чтобы не успеть. Потому что там вместе с другим мусором органический мусор он не может разрушиться в условиях с теми же червями, даже если они там будут. В результате вырабатывается метан, который, ну, как известно, один из глазов, который влияет на изменение климата. Ну, на этом все. Всем спасибо. Надеюсь, что вам было интересно узнать про биокомпостирование и, может, вы хотите узнать, попробовать в домашних условиях. У нас на кампусе был такой проект. Можете ознакомиться с этим вот термикомпостерсом. Здесь у нас есть черви. Приходите, посмотрите. Они там спят, а там образуется вермичай внизу. Да, конечно? Их местный чай. Да. Это зебра. И получается строится. Там у меня еще и работа.
А вот там это отходы стекла. А это все? Это из отходов делается. Вот это из стекла получается, да? Да, это переработанное стекло. Переработанное стекло. Это делают ребята из Караганды, наши студенты. Получается, здесь отходы стекла. Из отходов стекла делают переработанное. Вот заливают новый. Здесь это уточнение. Используем тоже. Очень красиво. Как делать что-то, то происходит потеря критического мышления, человек даже логики не имеет. Поэтому в этой системе мы даем Спасибо. И
это и сыворотка, вода. Добавляем до нуля раствор с ядром, с йодом. Каждый из них. Здесь, допустим, дается в каждом по 4 разных ответа, и необходимо найти правильный из них. Огромное количество возможностей, и, к сожалению,
сожалению, мы имеем с этим дело. Мы будем дальше продолжать снимать про это фильмы. Мы просто еще не нашли идею, как подойти ко второму фильму более, наверное, жестче, более хлесткий какой-то, чтобы у нас был акцент на то, что, ну, что это за супер-вечер. Может быть, какой конкурс объявить там, в Инстаграме, там, чтобы ребята идеями поделились, зарядите. Вот я боюсь захлебнуться в этом во всем, то есть нам важно разговаривать с нашими героями, наверное, с теми, кто пострадал от этих репрессий, которые так далее. Я знаю, что есть еще специалист, Ренат Волгобаев, может быть, он здесь, он также снимает фильм про букмекерские конторы. То есть люди этим заинтересовались, начали об этом говорить. Журтын Баласамарат тоже снимал про это выпуск большой. То есть лед тронулся потихоньку, люди вы начали... Вы еще и фильм сняли, «Джигитяр» там, «Певец», да, вот про это? Что-то было такое, не помню. Ну, я имею в виду то, что ребята идеями поделились, то, что есть люди, которые реально прошли через это, но, может быть, есть люди, которые с другой точки зрения смотрят, с другого ракурса, и можно это сделать только некий симбиоз и что-то крутое. Ну да, нам на самом деле пишут постоянно в личку, люди просто делятся своими историями. Так вот, например, мы поехали в реабилитационный центр, нам просто взял телефон один из тех людей, который там лечился от наркозависимости, просто написал, и так мы побывали туда, мы поняли, что... Надо ехать. Люди пишут, мы обращаем на это внимание, конечно. Отлично. Я хочу эту сторону. Вот это босса. Хочу метин займаюсь. Утрензар. Рахмет всем. То есть фрахтор из босса. Жеке. Фрахтор из босса. Завод. А у нас спикерлар мы сдын. Казахты спичтер. Аргарай. Кшалга страт моламас. Келесы. Маэстро. Дайнсызба. Дайте шуму. Давайте поаплодируем. Зарядимся. Энергия. Продолжим наш фестиваль. Хей! Ассаламу алейкум, хош келдиздер. И еще вот так вот можно сделать, вот так вот. Да, отлично. Перед вами гость Канат Абашев. Сегодня мы будем говорить про National Geographic. Geographic National. Окей. Все, сиди я. Жалуйся, сан с болами. Алейкум. 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 Шараның құрметті қонақтары. Әріптесім айтқандай бүгінгі шара, бүгінгі презентация жалпы NatGeo туралы ғана емес, National Geographic туралы ғана емес.
можно презентацию вернуть. Ал, құрметті оқырмандар, бүгінгі презентациямызды бірек сұрақтан бастайық. Сұраққа дұрыс жауап берген адамға сыйлыққа журналымыз бар. Мына журналдан дұрыс жауап берген адамдар қазір бір-бір несіне номерін алатын болады. Бірінші сұрақ, National Geographic журналы қай жылдан бері шығып келеді? 2017. Енді жалпы National Geographic Қазақстанда 2016 я 17